Борисоглебской епархии епископ Борисоглебский и Бутрулиновский Сергий возглавил литургию в Михайло-Архангельском храме села Чигарак. После богослужения паломники и местные жители совершили молитвенное шествие к месту, где от рук большевиков приняли смерть новомученики русской церкви. Село Чигарак имеет печальную славу. Здесь, вместе под названием Матрешкин Буерак, в 1937 году были совершены убийства людей, репрессированных советской властью. В день памяти новомучеников и исповедников церкви русской храм Михаила Архангела собрал под своими сводами родственников репрессированных священников, прихожан Михаила Архангельского храма и жителей близлежащих поселений, а также паломников. Мы должны подражать, насколько возможно, тем, чье сердце так горело правдой Божией, что на смерть они пошли, а от Христа и правды не отреклись. Подражать святым мученикам, молиться им, просить у них укрепления нашей решимости жить по Боге. Также в храме молились представители воздушно-десантных войск и войск специального назначения, военнослужащие, проходящие срочную воинскую службу в войсковой части Воронеж-45. В завершении божественной литургии состоялся традиционный крестный ход к часовне, возведенной в 2010 году. На ее стене мемориальная плита в память о жертвах репрессий 20-го столетия. Согласно архивным данным, в 1930-е у села Чигарак было расстреляно как минимум 90 человек, в том числе православные священники. Бытует мнение, что число казненных значительно больше, поскольку сюда привозили приговоренных к смерти из Тамбовской и Саратовской областей.